Всем привет! Добро пожаловать на обзор телефона Nokia 3310. Корпус классический, GSM 900 на 1800. Этот телефон начал выпускаться в четвертом квартале 2000 года. Всего продано 126 миллионов экземпляров. А дисплей? Дисплей монохромный, жидкокристаллический дисплей. А теперь о весе телефона. Вес 133 грамма. Данный телефон известен тем, что снимался в сериале «Бригада» главный герой Саша Белого. Так что тысячи разъемы от наушников, от зарядника. Это вот тут находится микрофон. Теперь зайдем в меню. Телефонная книжка, сообщение можно ссылать, чат, звонки. А вот тут сигнал. Сигнал послушаем. Ну, кажется, сигнал не лучший. Бам-бам-бам. Сейчас даже прощелкаем. До более крутых мелодий. На этом сейчас дальше посмотрим. Так. Настройки. Вот тут есть игры. Змейка самая увлекательная игра. Вообще. Эта игра даже у меня на компьютере постоянно включена. Вот, правда, нельзя ускорить змейку, она как идет быстрее никак нельзя. Вот она съела крошку маленькую. Теперь выходим из игры. Смотрим, что у нас дальше есть. Тут есть калькулятор, очень нужный, весь для школьников. Вот. Вот для школьников, для студентов. Также есть будильник. Вот. Дальше смотрим, сейчас посмотрим. Часы режима есть звонков. Обычный, без звука, короткий, громко, пусто. На этом обзор Nokia 3310. На этом обзор Nokia 3310 окончен. Спасибо всем за внимание. Смотрите мой канал. Это подписываться не забывайте. Пожалуйста, хоть один-два подписчика, но подпишитесь.